спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В субботу в Самарской области облачно, без осадков, днем плюс 22, плюс 24 градуса, ночью 12-14 выше 0. Ветер переменный, юго-западный, южный, восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 22, ночью 12 выше 0, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 22, ночью плюс 15 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. В Самаре облачно и без осадков, днем плюс 22 градуса, ночью 12 с плюсом, восточный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 38%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.